Здравствуйте, уважаемые подписчики канала AzbukaSada.ru. Сегодня на обзоре контроллер компании Karain Pro LC. Чем он хорош? Да всем он хорош. От цены до качества, соответственно, плюс. Есть Wi-Fi подготовка. Дальше есть даже уровень для установки вот там внутри, если присмотреться. И, соответственно, очень подробно настройки. Очень тщателен, так скажем, и детализирован. Что здесь у нас есть? Датчик дождя, соответственно, 0, мастер-клапан, 12 зон. Это из простого. В настройке, соответственно, точнее в программе авторежим, настройка времени, настройка программ, дней полива, времени на полив, сезонный датчик. Запускать тест, запускать, соответственно, вручную, специальные настройки на будущее. Даже есть контроль дисплея. Пожалуйста. Контроль дисплея. Проверить, какие программы, соответственно, как настроены, что вообще есть, что задействовано. И плюс проверить дисплей. Режим авто. Авто. Сет. Соответственно, настройка времени и даты. Set time date. Set program start time. Настройка времени старта программы. Set waiting days, правильно говорю, да? Настройка времени, точнее, дней полива. Station run times, это время на каждую зону. Сезонные настройки в процентах, соответственно, влажности. Настройки, это включение каждой зоны. Здесь, соответственно, можно прогнозировать полив. Это я уже рассказал. Здесь можно контролировать то, что уже у вас настроено, и то, что, соответственно, дисплей ваш работает. Выключение полностью и режим авто. Более подробный контроль, более подробное видео о настройках. Если нужно, пишите в комментариях, запишем.